Друзья, я очень рада видеть вас на своем канале и хочу рассказать сегодня о креме для сухой кожи от корейского бренда Ohui. Крем под названием Miracle Moisture Cream обеспечивает длительное увлажнение и содержит запатентованный комплекс из трех типов керамидов. Увидев миниатюрку крема, я не могла пройти мимо и не стала показывать вам сашетки, хотя они у меня тоже есть. Баночка чудо как хороша. Объем моей баночки 7 мл, но если присмотреться, можно увидеть, что дно ее заканчивается где-то на половинке высоты. Сам крем нежно-розового цвета и очень нежной консистенции. Сейчас вам ее покажу. Несмотря на легкую и воздушную текстуру, крем довольно густой и в капли не течет. Крем имеет нежный цветочно-косметический аромат, очень приятный. Крем отлично распределяется по коже и довольно быстро впитывается. Буквально через минуту после нанесения крема кожей практически не ощущается ни липкости, ни жирности, ни каких-либо еще неприятных эффектов. Кожа становится бархатистой, упругой и очень напитанной, как на вид, так и по ощущениям. Эффективность этого крема довольно высока. Он замечательно справляется со своими обещаниями, быстро увлажняет и смягчает кожу. Если вы используете этот крем утром, то можете не переживать о том, что он будет конфликтовать с вашим макияжем. Расход этого крема минимальный. Я хочу порекомендовать этот крем девушкам и женщинам, имеющим сухую, обезвоженную и уставшую кожу лица. Женщинам после 30 лет. Крем не вызывает аллергии и подходит для использования чувствительной и раздраженной кожи лица. А его красивую и эстетичную упаковку приятно держать в руках и видеть на своем туалетном столике. Ну вот, друзья, мой обзор завершен. Я благодарю вас за просмотр и прощаюсь с вами до следующего видео.